Всем привет! Это канал Миллион Абдулла. Сегодня я немножко попоказываю, порассказываю про снаряжение магазина и присоединение, быстрое присоединение к карабину Сайга. Я для этого сделал специальные патроны учебные. Они без капсуля. Капсуля нет вообще. И пороха тоже нет. Просто стоит прокладка, несколько пыжей древесно-волокнистых. Дробь и заглушка прозрачная. Все. То, что они у меня отличаются от снаряженных патронов, это вот эта дырка глубокая, которую я проделал. Понятно, что капсуля там нет. Быстро разряжать. Вот так с указательным пальчиком. Чик-чик-чик-чик и все в руку. 5 штук, они здесь. Снаряжать быстро. Магазин. Самое быстрое, какое у меня только пока получилось. Здесь вот такие вот мешают штучки, их нужно заряжать не сюда, а вот немножко сюда. И вот в это место, как только он входит, туда его заталкиваете. Тут указательным пальцем, естественно. Потом туда, и вот здесь, нажимаете туда, и потом вот, вот этой ладонью давите вот на эту штуку. Раз, и она туда заходит. И потом уже быстро раз, и она туда заходит. Нажали, прижали, придавили снизу, она там раз, встает немножко так и обходит вот эту вот помеху. То есть вот эта вот юбочка, если она здесь создает помеху, вот в данном случае создает, то ее нужно обходить. Обходить ее нужно нажатием сюда, она вот так вот и заходит туда. Опять притопили, все, она там. То есть получается достаточно быстро. Вот надо тренировать тоже. Потом берем карабин. И здесь возникает вопрос, под каким углом его запихивать? Если дать сюда много, да, он заклинит вот так вот. Если мало дать, он туда не войдет. Заводим патрон в дырочку. И потом змееобразным движением, как бы надавливаем на патрон туда. Вот так вот. Чуть-чуть его туда подгибаем, вот так вот. Самую малость, не сильно. И он туда как только заходит, вот так, и тут же его защелкиваем. А вынимать просто раз, нажал, он сам отшпиливается и можно вытащить. И так быстро. Раз. Все. Быстро. Оп. Вытащу. Быстро. Оп. О, главное попасть. Там. То есть, если что-то мешает, то есть так вот раз немножко вот так пошевелить. Но главное угол не чрезмерно туда, не чрезмерно сюда. Вот так вот. И там. И там. То есть он как бы вот так вот немножко такой буквой. Вот такой вот, как червячком таким, бум, и туда. Но туда давить только тогда, когда вот эта вот штучка, вот эта вот, выступ, уже зайдет за железку. Тогда можно давить. Но сначала это нужно визуально смотреть, а потом уже на ощущениях. Поставили в дырку, и туда. Настоятельно рекомендую использовать для тренировок учебные патроны, где нет пороха и капсуля. Тогда у вас будет... Как вам сказать, даже если вы совершите какую-то грубую-грубую ошибку, уже не будет никаких там самопроизвольных выстрелов. И вот тут уже, так сказать, тренаж. Когда уже научились куда-то заводить. Раз, есть. И вынимать таким соскальзывающим пальцем движением, вот так вот. Нажимаете и немножко бьете по этому самому. И он тогда вылетает. Ну, он у меня вылетает с таким грохотом. Я не знаю, как его. Можно просто нажать. Вот он. Как только вы нажали, ох. Как только нажали, он вышел, а как только отпустили, он сразу раз и пошел. А если пальцем еще добавили, он отлетает. Магазин. То есть это можно очень быстро сделать. А вставать потом настолько привычным движением уже будет. То есть так вот тюк, и он уже там. Все. И сразу же передергивал. И сразу передергиваете. И порядок. А так как это учебные патроны, можно передергивать сколько хочешь. Ух ты, ёкало мне. Хорошо, что это самое. Затупил. Надо сейчас предохранитель снять. Передергивать с предохранителем не получается. Это он там. Первый. Еще 4 здесь должно быть. Хозяин предыдущий вот этого ружья научил меня, чтобы не было никаких задержек, значит, передергивание нужно делать
только в таком режиме, в энергичном. То есть резко назад и резко вперед. Как только начнется какое-то нежничание, вот этого, все, сайга этого не любит, и начнутся какие-то перекосы. Потому что при быстром там все рассчитано. Раз, раз, и там, и там. А при медленном она то ли дойдет туда, то ли не дойдет. И начинаются какие-то там вихляния непонятные. То есть вот в таком режиме. Все. И только так. Тогда будет хорошо работать. И, естественно, снаряжайте патроны аккуратно. И для закрутки нужен магазин под магнум. А для звездочки уже для обычных патронов. Так что вот. Это все советы дали мне мои подписчики. И вот хозяин предыдущего вот этого ружья. Очень хороший человек. Приятное общение. Я надеюсь, что мы с ним еще встретимся на стрельбище, постреляем. Сейчас я просто ждал документов на это ружье. Сегодня я их получил. Вот, так что можно уже смело, так сказать, договариваться, ехать и снимать ролики. Ну, думаю, это через дней, наверное, 10 будет, не раньше, потому что сейчас охота. Друзья, похоже, все-таки собрались поехать. Надеюсь, будет много роликов, так что если на канале не будет новых роликов, где-то недельку, это значит, что снимаю и готовлю материал. С вами был канал Миллион Абдулла. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте всем друзьям, выставляйте мои ролики на форумах. Всего, пока-пока. Соскользнуть туда и таким... Ой. Ого. Ну, что делать? Бывает. Потом получается все быстрее и быстрее. В дырку. Оп. Ах ты. Ай, ёлы-палы. Ай, больно, больно. А-а-а. О! Я думаю, что...